Во-первых, мы хотели бы, чтобы ток молнии ни при каких обстоятельствах не распространялся по объекту его коммуникации. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы ток молнии не попадал в заземляющее устройство защищаемого молнии объекта и таким образом не заставлял бы работать УЗИПы в тяжелых условиях. Наконец, мы хотели бы обезопасить людей, снизить напряжение шага и прикосновения, с которым, в общем, связаны достаточно частые поражения персонала. Ну и, наконец, последнее. Это уменьшить уровень электромагнитных наводок. Сегодня это очень важный вопрос, потому что сегодня техника стала смарт-техникой, а умная техника предполагает массовое использование микроэлектроники.